Вот мы и дождались 135-ю серию «Боевого континента». После эпичной, драматичной и душераздирающей 134-й серии это как глоток свежего воздуха. Отличное начало нового сезона. А самое главное, мы узнали, что вернется Сяо-Ву. Она вложила свою душу в кольцо Сана, но потеряла свою жизнь и 100 тысяч лет культивации. Алое сердце помогло спасти изначальное тело Сяо-Ву, но чтобы вернуть ее память и ее саму, нужны три условия. Прежде всего, нужны три растения. Трава Святого Духа, что пробуждает душу, минимум 10 тысяч лет. Величайшее сокровище, перерождающее человеческое тело. Великий девятиранговый женьшень 10 тысяч лет. Сокровище, связующее душу и тело. Воплощение внутренней алхимии древнего зверя. Конечно же, Тан Сан готов пойти на все ради любимой Сяо-Ву. Но прежде он решает разобраться с людолицым пауком, по вине которого они не успели сбежать от преследователей. И здесь мы видим, как Сан использует новые навыки, но не шестого кольца, а кости Сяо-Ву. Это телепорт и непобедимая золоченая статуя. Первый навык кости гуттаберчевого кролика – телепорт! Также стоит упомянуть, что его сила выросла до 65-го ранга, и с этими новыми навыками он стал куда круче. Второй навык кости гуттаберчевого кролика – непобедимая золоченая статуя! Так что, напугав нас окончанием сезона, создатели просто трагизма нагоняли и пафоса. А на деле новая серия очень даже оптимистичная. Скорее хочется увидеть новый навык, который подарит шестое красное кольцо. Кстати, также вы заметили новую внешность Тан Сана. Он стал больше похож на себя из первого мира. Ну что ж, благодарю за просмотр. Пишите в комментариях ваши впечатления от серии. Также можете задавать вопросы, если что-то непонятно. Я постараюсь поискать ответ. Всем пока!